Всем огромнейший привет, с вами снова Айс, мы продолжаем прохождение Final Fantasy. Final Fantasy 5. Да, именно Final Fantasy 5. И никак иначе. В конце прошлой серии мы вызвали на помощь... Не вызвали на помощь, получили возможность призывать Карба. Можно будет как-нибудь проверить, что это за чудо-юдо такое лесное. А пока что, естественно, голем сюда пойдет, наверное, все-таки. Нужно было время ускорить, я ошибся. Тактическая ошибка с моей стороны была абсолютно точно. Хорошо, что они молнии не стали бить. То было бы печально. Ну, теперь уже, в принципе, ускоряться не обязательно. Хотя, опять же, можно было это сделать. Но я пытаюсь попытаться уничтожить одного дракона, чтобы... Отлично. Чтобы шанс попадания по мне молнии был как можно меньше. Это неприятно, постоянно молнии это, блин, жбан получаешь. Ах, я же говорил, что это неприятно. Кого не верили. Промах. Надо было прицельным выстрелом, конечно, стрелять. Чтобы не было промаха. Он немножко дальше, дольше, вернее, как бы делается, но зато шанс промахнуться намного меньше. Выжил? Нифига себе, я думал, что дракона мы сейчас добьем, Айса. Да ладно. Что-то у этого желтого дракона слишком много жизни, такое ощущение. Победа! 1300 опыта, 9 АБП. Было бы там, не знаю, 10 тысяч опыта, да, за этот бой. Я бы каждый раз радовался, когда драконы появлялись. Так, сундучок мы вроде как нашли. Теперь нужно, блин, пойти дальше. Вроде кроме сумона тут что-то еще есть, я вспомнил. Поэтому нам нужно найти проход. О, голем опять пошел. Ух ты, ёшкин матрёшкин-то. Ёшкин ты, матрёшкин, Серёшкин, не знаю, Кокошкин. Что за фигня-то происходит вообще? Жесть какая, вообще страшная, жесть страшнейшая. Ладно, спешка тут нужна по-любому уже. Это очевидно. Ну а тут, к сожалению, нам нужно очередное лечение. Почему к сожалению? Потому что мана кончается. К сожалению. Попробуем призвать этого чудо-юдо новое. Интересно посмотреть, что там с ним будет. Карб. И 45. Ну давайте попробуем. На себя? Ну давайте проверим, что это будет. Я просто не помню. Свет рубина. Вау! Вот это ж отражение, твою за ногу. Отражение заклинаний всех, что ли? Помните, когда мне на босса... Ух ты, ёшкин матрёшкин. Это массовое отражение заклинаний, блин, ребята. Это охренительный сумон. Голем и карп просто охренительные сумоны. Просто очешуительные сумоны. Неужто я в прошлый раз его не взял просто с собой? Ну, то есть не нашел его, а? Почему я им не пользовался-то, ёперный ты бабай? Это ж охренительная вещь вообще. Еще куча опыта, еще куча АБП мы только что получили. Да какой же бой, там секунда прошла, опять на меня нападают. Может попытаться убежать тупо? Ну ладно, первый удар у нас вроде бы. Давайте голема вызовем на всякий случай. Не хочу получать лишний урон просто. Давайте пинок. И еще один пинок. И
Я просто в небольшом шоке от этого сумона нового нашего. Ну, блин, реально прикольно. Реально очушительный сумон. Перед смертью он кого-то воскресить попытался, у него получилось воскресить голема, но ёшкин ты матрёшкин. Ладно, возможно, больше опыта за это получим. Отлично, выстрел, 4 выстрела будет. Думаю, что алмазный голем не переживет их. Мы были абсолютно правы. 837 опыта. Не так, ну то есть больше не дали, кажется, за счет того, что кролик воскресил еще раз голема. Хотя это нужно, конечно, сравнивать. Так, блин, если я не ошибаюсь, нам нужно вот, чтобы вниз пойти, да? Нам нужно наступить на этот череп. Да, вот он. Точно. Сейф. Так, если тут сейф, то явно еще будет какой-то босс один. То есть сумон был необязательным, да? То есть сумона мы могли пропустить. В прошлый раз и тупо его не взять. Насколько же я, блин, неаккуратно играл. Это ж не то, что неаккуратно, а невнимательно играл. Пропустил голема, ну, пропустил Рому, Рамуха, пропустил этого сумона. А ведь помните, как нам нужна была массовая, да, отражение заклинания на одном из боссов очень сильно? Вместо того, чтобы просто коснуть вот эту штуку, призывную, призыв, да, вот этого гада. Вместо этого, блин, я тут пытался там белыми магами все это делать. Поодиночке. Да уж, ладно. Сохранились, сохранились. Подкоттеджились, так что идем, наверное, босса убивать. Пусто. Да ладно. Оба! Так это же Гильгамеш опять. Гильгамеш! Бой. Очередной. Великий бой. Бой. Давай контратаку, подруга, не моих суровых. Почему принцесса Рейна то, что не использовала контратаку, я не очень понимаю. Я думаю, что она должна была это сделать. На мой скромный вкус. Пока Гильгамеш магии не бьет, я не буду призывать того этого чубрика за 0,5 маны. Стараться бить просто стрелами. Бить стрелами, да. Стрелять стрелами, короче. Вот сальса. Сальса показывает пример, понимаете? Просто показывает пример, как нужно, блин, контратаковать своей сестрички Рены, Рейнички. Блин, сеструха, ты чё? Вот, смотри, как надо делать. Ну, теперь я дерусь с тобой в полную силу. Ладно, за четверть времени. Что-то он там делает. Вспышка какая-то. Контратаку, блин, получил. Вспышка. Глазные карты, говорите. Это хорошо. Ураган. На тебе, скотина. Получи свет рубина, блин, в окно. Скажи мне, где старик теперь? Ах ты гад! Это был Икс. Понятно. На тебе еще один крит, скотина. И еще тебе жбан. И еще. Песенка. Чем песенка не отразилась? Еще один крит от сальса. А
Морф! Нифига себе, Гильгамеш там отморфился. Теперь мы посмотрим действия. Действительно так хороший Экскалибур. А, да, он берет Экскалибур, но Экскалибур на самом деле тут такой, как бы, неправильный. То есть гниленький, он не наносит никакого урона, в принципе, почти. Видите, никакого урона нет. Хе! Экскалибур говно ваш. Давай контратаку, Рыночка. Этого не может быть! Это же великий Экскалибур. Экскалибур. Непобедимый меч! Был когда-то непобедимым. Гильгамеш. А? Еще один критик великолепный. Вонючка. Вензону с тобой. Нет. Все что угодно, кроме этого. Тихо. Брошен в Энзону. Победа. Такая победа, конечно, на самом деле бой был легкий. Получили Экскалибур, но это, короче, Экскалибур такой, то есть он не наносит какого-либо урона практически, к сожалению. Поэтому... Настоящий Экскалибур лежит в замке древних, помните? Могут несколько выходов, кстати говоря. Тут есть два выхода, я совсем забыл об этом. Может быть, во втором есть какой-нибудь еще сундучок, чем-нибудь очень интересным и полезным. Только не смятение, японский ты бабай, блин. Давай, крит, хотя бы один. Хорош! Сальса, дай я тебя расцелую. Принцесса Сальса, она красава. Блин, не убил наш Айс нас, это хорошо. Да я подумал, уже все. Минус 3 убивают. Ненавистные маги. Гадские маги. Чё, Тайс, ты радуешься? Ты, блин, по своим, блин, хреначил, Вася. Эфирчик дали. Красота. Да, тут сундуки. Получен партизан. Партизан! Он писает, что это такое вообще. После этого боя. Партизан. Ой, но... Не, Сальса красавица, на самом деле. Вы видите, что он творит, да? Это вы видите, да, что она творит? Сальса просто красавица. Криты, криты, еще раз криты. Охренеть. Не, на самом деле рок это такая магия, которая должна, ну, блин, с каким-то очень низким шансом-то проходить. Возможно, из-за того, что Рейночка была ошеломлена, наша принцесса Рейночка, да? И поэтому рок прошел. Ну как-то, блин, слишком страшно и опасно все это получилось. А, давайте белую магию. Сделаем вот так. И посмотрим, что за партизан у нас. Партизаны, да?
партизан. Партизан. Сабля царя, голова, мантия, украшение волос, кепа, партизан. А, ну это копье. Копье. Так, хорошо, а если чисто теоретически предположить, ну хочу я сделать из Фариса Улана, ну, чисто теоретически. Там, не знаю, пофиг с чем, пускай вот с чакрой. Партизан, угу. Ага, то есть он достаточно много снимает. Я бы сказал, даже очень много снимает. Это любопытно, конечно. Ну, все-таки, наверное, я его не буду делать. Где магия времени? Вот. Имеется в виду, я не буду делать и сальсы. Партизана, ладно. Не буду делать из него Улана. Из нее Улана. Шурикен мага. Шурикен мага, это я понял, это классная вещь. Бакенами могут кидаться снизу, и самурая, возможно, тоже. Но это не точно. Очередной бой, блин. Жесткие маги вот эти, конечно, черные волшебники. Ничего как бы не страшно. Крит, ах ты жалко. Было, наверное, Реночкой бить по верхнему. Давай, Рена, повтори за сальсой. Повторяй, вернее. Ну, второй маг, который отражатель, он не сильный. По сравнению с этими черными магами, он не может сделать ошеломление, он не может постануть смерть, наверное, нашим бойцам. Это мотивируем, да. У меня победа. Открыть сундук можно. Пусто. Там, видимо, Экскалибур этот лежал. Который не настоящий. Который у Гильгамеша был. Так, ну давайте прицельно выстрел. Хотя, наверное, нужно... Нау! Просто ноу. Просто пипец. Знаете, да? Есть что-нибудь у меня типа Дэми, блин, на всех только? Нет. Дэми не на всех, твою за ногу. Давай крит, пожалуйста. Нет. Охренительная магия. Но мини не так страшно на самом деле. Там мини кастанул, вот нет, не страшно. Хорош сальса, вообще криты пошли. Давай, Сик, давай, только попади, пожалуйста. Хорош. Ух, это было опасно, конечно. Это было очень опасно. И нам дают эфир еще один. Красота. Эфир мы любим. Так, после этого нам нужны поцелуй бабы. Поцелуй бабы. Нет? А, нет, это лягушку лечит. Что там мини лечит, я не понял. Магия у нас, конечно, есть для того, что мини полечит. Но... Ладно, ладно, магия. Все. Да хорошо. Не буду искать, что там мини лечит, кроме магии. Еще бой? Ха-ха-ха-ха! Не вмешивайтесь. Икс? Вам это с рук не сойдет. Вы понимаете, что я планирую сделать подтверждение этой фазы, а? Фразы, а? Нет, что ты хочешь делать? Я попытаюсь вернуться в мир вмирнуть этот мир в первоначальное состояние. Мир зла. Вы подразумеваете это? Тут не
кажется, проиграем, если не ошибаюсь. Хотя, я не помню. Мы должны проиграть, по-моему. Да, может быть, и не точно. В этом моменте я как бы не силен. Я не очень силен. Вообще, можно как-либо, например, предотвратить эту смерть? Или нельзя? Это тоже не совсем понятно. Которая в 9 секунд, которая будет. Кстати, красавица, конечно. Вряд ли не мешает этот бей. Действует нормально. Друзья, земли совсем не было. С другой стороны, а что поделаешь? Хороший айс. А не помню, то есть должны мы тут выигрывать или не должны, вот еще вопрос. Или просто по скрипту мы должны проиграть. От чего я не помню, того не помню. Так часто бывает. Там зомби кто-то, что ли, нас превратился? Или пытается превратиться в зомби? Рассеивание заклинания массовое. Еще одно рассеивание заклинания. Био. Ну, био отразится, конечно. Причем часто это гаденыш атакует. Но не ходит. Из-за этого рассеивание происходит слишком часто. Как сейчас вообще вовремя все это было, а? Вообще вовремя дико. Угу. Как мы сдохли почти. А еще голема вызывать надо, наверное. Ну, не помню, должны ли мы побеждать или не должны. Вот самый главный вопрос, наверное. Ну, то есть, понятное же дело, что он убежит, но... Можем ли мы победить или нет? Лучший вопрос. Ух ты, ёпперные тесты. Кажется, сложно. Кажется, все сложно. Бой очень сложный, хотя это понятно, что как бы не финальный был с сексом. Но все равно бой очень сложный получается. Он еще и молния третьего уровня, блин, долбанула. Где там наши 4 выстрела-то, блин? Или они только с заднего ряда делаются? Хочу 4 выстрела, блин, хороший крит от Сальса. Красава. Знаете, массовое рассеивание, то есть заклинание, он несколько раз в заход ходит. Такого не должно быть, по мне. Ну, хотя, конечно, должно. Я просто так не хочу, чтобы так было, как бы. Я выдаю желаемое, то, что не хочется, действительно, естественно. Давай, фариска.
Ой, то есть Реночка. Давай, Фариска, долби, гада. Где криты-то твои, блин? Ну что, все криты ваши, блин, улетели. Далекие края. Где там 4 выстрела твои? Давай, давай, Реночка, давай. Долби, гада. Хорош. Понятное дело, что мы его не победили, но... Вот именно, но... Победа. Нет, я вижу, что вы не поймете, даже если бы я объяснил вам. Но вы не остановите меня. Смотрите, кристаллы. Да, кристаллы начинают разрушаться. Сдается эндзона, если не ошибаюсь. Но это не точно. В принципе, бой был хороший. И та магия, которая мне помогла победить, тоже очень важна. Важна была. Так, мы очнулись опять непонятно где, потому что мир как бы типа в начальное состояние должен был вернуться. Фрайс такой, вы чё, блин, девчонки, вы чё? В таком состоянии беззащитно, я сейчас вас тут воспользуюсь еще. Так, давайте, вставайте. Не буду изменять реночки свои. Они начинают разбиваться. Смотрите сюда. Замок Магната. Магната, наверное. А на этом всем огромнейшее спасибо, кто смотрел. С вами, как всегда, был Айс. Ждите новых серий по Final Fantasy 5 и не только. Приходите к нам на стримы по другим игрушкам. Ну и всем спасибо, всем пока.